Товарищи, земляки, новосибирцы, уходит 2011 год. Он был непростой год. Он принес нам социальные потрясения, он принес нам политическую борьбу. Он, безусловно, был ярким и запоминающимся, этот уходящий 2011 год. Мы прощаемся с ним. Много сделано в этот год, многие достижения. Коммунисты добились внушительных побед в ходе избирательных кампаний и в марте месяце, и в декабре месяце. Избиратели, вы поддержали нас, оказали нам кредит доверия. И очень хочется, чтобы в наступающем 2012 году мы вместе с вами поработали так, чтобы выполнить и исполнить все наши чаяния, все наши наказы, чтобы мы решили все наши трудности. Я поздравляю вас с наступающим 2012. Пусть будет он лучше, пусть будет он теплее для всех, для нас. Пусть он принесет нам решение всех тех проблем, которые мы накопили за время уходящего 2011 года. С Новым годом вас, дорогие земляки! Я желаю вам счастья, добра, пусть тепло и радость войдут в ваши дома. Пусть ваши близкие никогда не огорчают. Счастья вам, земляки!